Здравствуйте. Очень часто к нам приходят мамы, жены или другие близкие алкоголиков, наркоманов, игроманов и приходят в отчаяние, они не знают, что делать. Они что только не предпринимали по отношению к своему близкому, страждущему, ругались, говорили о вреде алкоголизма, водили на лекции, не знаю, ездили в паломничество, читали 40 по 40 раз акафист «Неупиваемой чаши», может быть, даже кодировали, вшивали и так далее, и ничего не помогает. И у них опускаются руки. И в этой ситуации надо понять одно, что бывают ситуации, когда надо набраться просто терпения. Нет, это не значит, что сидеть и ничего не делать. Но, во-первых, есть очень большое дело – это молитва. А во-вторых, и тоже, во-первых, это хождение вот в наши семейные клубы трезвости, которые могут хотя бы первые азы медицинского представления об этой проблеме дать. Потому что люди часто бьются как рыба об лед, либо как об стенку горох, пытаются прошибить лбом эту бетонную стену страсти близкого и не знают, как к этому подступиться. И, в общем-то, элементарных вещей не делают, которые надо было бы делать, которые были бы правильны, потому что о них не знают. И, наоборот, делают много ошибок распространенных, типичных, которые усугубляют только ситуацию. И вот когда начинают ходить к нам, они начинают уже различать многие проблемы и уже начинают сами по себе изменяться. Ведь не случайно, я не случайно оговорился, именно они меняются. Эти созависимые люди, с них все начинается. Ведь самому больному человеку, страждущему, ему часто тяжело бывает подняться с дивана и сделать какой-либо первый шаг. А вот у близких есть много и мотивов, и сил начать изменяться. А когда они начинают, они близкие, жены, матери, отцы, братья, начинают меняться, то тогда и тот человек, который с ними живет, который является объектом вот этой страсти, причиной их всех страданий, этот человек неизбежно начинает тоже сначала к этому присматриваться с удивлением, к тем изменениям, которые в них происходят. Что это такое? Жена, я пришел, а жена на меня не наорала. Ведь на самом деле все почему-то думают, что это все вполне правильно и законно. А алкоголику только и надо, чтобы на него накричали, когда он пришел пьяным. Потому что это как бы легитимирует его поведение. Вот я выпил, ты на меня накричал, и все, мы квиты, я пошел дальше там отсыпаться или дальше пьянствовать. Вот. Поэтому нужно какие-то элементарные вещи осваивать. И параллельно с этим, да, просто набраться терпения и ждать, когда будут происходить изменения. А последующим я скажу во второй серии.